В минувшую пятницу в здании правительства Приморского края прошло награждение юбилейного 10-го национального чемпионата «Молодые профессионалы». Это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди студентов профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 22 лет и юниоров от 10 до 16. Проект «Молодые профессионалы» – это участие мотивированных школьников, мотивированных студентов колледжей и вузов показать себя, что ты умеешь лучше других. То есть быть не просто администратором отеля, а быть лучшим в стране администратором отеля. Это амбиции, хорошие, здоровые амбиции молодого поколения, которые с помощью такого чемпионата они, конечно, реализуют. Когда они становятся лучшими в России, но это дорогого стоит. Конечно же, все участники основательно готовились к 10-му нацфиналу на протяжении долгого времени, получали новые знания и перенимали опыт у наставников. Вероника Кузнецова в движении молодых профессионалов с 2020 года принимала участие в компетенции администрирования отеля «Юниоры 14-16». Много очень тренировались за стойкой, учили много информации. У нас не только есть устные модули, есть и письменные. Тренировались писать и письменные задания, кроме того, как писали их на русском, писали также на английском. Много тренировок, из тренировок появляются навыки, и поэтому получилось победить. Также золотую медаль получила студентка академического колледжа ВВГУ Елизавета Ильина в компетенции «Промышленный дизайн». Хотелось узнать, что вообще такое промышленный дизайн, и побольше углубиться в это. И когда начала участвовать, получила огромный интерес и, в принципе, опыт в участии, и думаю продолжить дальше работать как раз. Большую помощь в подготовке студентки оказала ее куратор, преподаватель академического колледжа Ольга Туговикова, которая создала целую школу наставничества по промышленному дизайну. Вдохновляю поддержкой, показываю то, что они делают правильно. В какой-то момент, когда у них наступает, знаете, как у любого творческого человека, куча сомнений есть. И самокритики очень много. И когда они еще только учатся, только делают первые шаги, наступают такие моменты, когда они начинают уверенность терять в себе. Ну и вселяешь вот разговорами, работами. Приморские ребята принесли 4 золота, 2 бронзы и 3 медальона за профессиональное мастерство. Все достойно справились с конкурсными заданиями, которые, по мнению самих конкурсантов, были довольно сложными. Как отмечают сами участники, чемпионат дает огромный опыт, который поможет при дальнейшем трудоустройстве. Анна Дьякова, Денис Фадеев, новости на 8.